Всем привет! Вы в бесплатной школе видеоблогера, в реальной бесплатной школе видеоблогера, и мы обсуждаем сейчас ошибки видеоблогеров. Мы уже рассказали о том, что возраст видеоблогера – это от 8 до 80 лет. Тематика канала очень важна, серийный контент архиважен. Ошибка главная, это одна из главных, это нежелание делегировать и пытаться делать все самостоятельно. Много воды в видео, идеи для видео могут быть, ну скажем так, не фонтан, и ориентир на топов неправильный ориентир, да, то есть какое-то там подражание топам, это тоже не приводит обычно ни к какому успеху, потому что вы не знаете того, что за кулисами у этого топа. И очень быстрое ожидание славы. Мы уже разобрали о том, что ждать славы приходится очень долго, к славе надо идти, это нельзя славу выиграть в лотерею, да, соответственно, и после следующей ошибки, после ожидания славы, соответственно, сразу начинается ожидание быстрой прибыли. Поймите правильно, если вы выбрали тематику канала очень тяжелую, то развивать свой канал вам будет очень тяжело, а если выбрали легкую тематику, то с вами приходит целая куча конкурентов и рекламодателей, гораздо меньше, чем каналов, готовых этих рекламодателей как бы там получить. И, соответственно, ожидание быстрой прибыли, от слова прибыль, оно крайне ошибочно. Почему? То есть многие только-только запускают свой канал, они запускают свое видео, они включают монетизацию, они радуются, потом у них молодой канал, они, включая баннера, монетизацию, какие-то там прероллы там, да, они отпугивают тот мизер подписчиков, которых у них есть. И когда я прихожу на какой-то новый канал и вместе с вами, вспомните себя, вы приходите на молодой интересный канал, и когда он даже там есть интересный полезный контент, но он нашпигован рекламой, вы скорее всего покинете этот канал, то же самое и с вашим каналом. Если вы сразу ожидаете быстрой прибыли, то спешу вас разочаровать. Быстрая прибыль у каждого человека разного, кому-то хорошо $20, а кому-то мало $2000, соответственно, не ожидайте быстрой прибыли, работайте над тематикой канала и работайте над серийным контентом. Когда у вас будет качественный контент, к вам придут и все дадут, вам самим все предложат. Делайте свой качественный полезный канал. А как его сделать, как правильно оптимизировать видео, как правильно продвинуть видео и как правильно монетизировать ваш канал, поможем мы в нашей бесплатной школе видеоблогера. Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы под этим видео, ставьте лайки и задавайте вопросы в нашей школе, в реально бесплатной школе видеоблогеров. Пока!